Девчонки, всем привет! Сегодня видео я сначала с нашей маечки. У нас тут скоро наступает холода. Наша маечка спит и закрывает носик, а это значит, что будет холодно. Вот, нам нужно сейчас съездить в магазин на закупку. Так что собираемся и едем. Сегодня мы с вот такой вот корзиночкой поехали. Выбираем мясо. Так, что нам надо? Так, какой берем? Да-да. У нас сегодня будет мясо по-французски. Берем кусок, шматок мяса. Отлично. Какое же французское мясо без сыра? Да? Какой мы сыр будем брать? Уже потертый? Так, а вот он, нет? Какой? А, французский. Что? Сколько здесь нормал стоит? Сколько? 15 евро килограмм. В Карифуре дешевле. Так, сыр взяли? Взяли. Так, возьмем еще такой вот твердый сыр. Наша семья его вся любит. Сейчас. Так, надо взять банан. У меня кое-какая идея созрела для бананов. Да? Бананы? Да. Лук надо брать. Лук. Так, лечугу я... У нас все есть, да? Что нам еще надо? Что? Шампиньоны. Большой упаковки нету? Да? Где? Да-да. А вот. Последние. Берем. Корзинка наполняется. Красный перчик. Сейчас выберем. Ну что, мясо по-французски уже поставили в духовку готовиться. На сегодня придут гости. Сейчас к 9 Ваня у меня пылесосит. У меня появилась свободная минутка, и пока у меня там все готовится на кухне, сняла сегодня для вас видео, и нужно его отредактировать. Так что сижу, вот сейчас буду разбираться, к чему, и, возможно, сегодня на моем канале про косметику и про на мой бьюти-канал будет видео новое. Но хочу также сказать вам, что если вы смотрите это видео, значит, вы уже зашли на мой новый канал, и на этом канале будет только видео о том, как я живу и чё к чему. Так что я, пожалуй, начну тут монтировать. Так, вот оно, новое видео. Сейчас будем все это дело тут делать. Пумочка! Моя крошопеточка. Пума, поздоровайся со всеми. Пума! Пумочка, кажи всем привет. Кажи всем привет. Я уже выросла. Я большая. И вредная. Вон, еще одна пришла. Моя. Моя. Сейчас я вам покажу прикол. Зай, достань дрогас парагатос. Сейчас вам покажу кошачьи наркотики. Они от них без ума. Так, 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 так. Стоит сделать только лишь вот так вот. Смотрите. Моя, моя. Это вот такие, вот такая вот штукенция. Вот, в Испании это называют как бы наркотики для кошек. Это сухая утка, засушенные кусочки утки. Есть еще курица, но наши кошки очень любят эту утку. Смотрите, смотрите. Нюхает, нюхает. Сейчас покажу, как они на это все дело реагируют. Так, кому уточку, девочки? Пума. Так, стоп, 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 стоп. Стоп. Моя. Моя. Бери. Так, ищи. Съела? Пума? Пума? Умничка. Ой. Пумочка молодец. Пума? Пума? Кс.
моя девочка. Ты мою сладость. Ты моя сладость. Ты моя сладость. И морду ворочит. Ты нагленькая. Ты нагленькая.